Вы смотрите видео об отеле Чраус Village Hotel. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Чраус Village Hotel расположен в стране Греция в регионе Халкидики и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Пов Кассандра в 15 километрах от деревушки Пальюри, в 115 километрах от аэропорта Македония Салоники. Площадь территории 40 тысяч квадратных метров. На территории отеля имеется 2 бассейна с пресной водой, лежаки и зонты у бассейна, бесплатно. Диетическое питание и вегетарианские блюда. Интернет-уголок. Wi-Fi доступ в интернет-номерах и на территории отеля, за доплату. Магазин, мини-маркет, сувенирный магазин. Обмен валюты. Сейф в номере за доплату. Телезал. Услуги прачечной. В номерах есть кондиционер, инк. Балкон, терраса. Ванна, душ. Душ, кухня, кухонный уголок. Российский канал. Спутниковое. ТВ. Телефон, прямой. Фен. Холодильник. Номерной фонд отеля состоит из всего 159 номеров. Studios. Тильда 25, 30 М2 and Family Rooms. Тильда 45 М2 and Family Rooms Large. Тильда 50 М2. В номерах. Кондиционер, холодильник, сейф, за доплату, спутниковое телевидение. Российский канал, прямой телефон, Wi-Fi за доплату, ванная комната, ванна, душевая, фен, кухонный уголок, балкон, терраса, вид на бассейн, сад, тип-доп, кровати, раскладная, диван-кровать, студио, однокомнатные номера, совмещенная спальня и гостиная с кухонным уголком, Family Room двухкомнатные номера, отдельная спальня с дверью и гостиная с кухонным уголком, возможное размещение, 4 взрослых или 2 взрослых плюс 2 детей до 12 лет. Family Room Large двухкомнатные номера, отдельная спальня с дверью и гостиная с кухонным уголком. Возможное размещение, 4 взрослых или 3 взрослых плюс 2 детей до 12 лет. Ежедневная уборка номеров. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть бассейн, 2 бассейна с пресной водой, лежаки и зонты у бассейна, бесплатно. Диетическое питание и вегетарианские блюда. Интернет-уголок, Wi-Fi доступ в интернет-номерах и на территории отеля, за доплату. Магазин, мини-маркет. Обмен валюты. Сейф в номере за доплату. Телезал. Автостоянка бесплатная. Конференц-зал до 150-180 мест. С техническим оборудованием. Трансфер в 600 метрах от отеля находится остановка автобуса, следующего до Салоник. Минибас отеля 19 посадочных мест курсирует до соседних поселков Пивкахори и Ханьоти от главных ворот отеля, каждый день. Утром и вечером бесплатно. Химчистка прачечная, услуги прачечной, за доплату. Бар, центральный бар, бар у бассейна. Барбекю, вечера барбекю. Ресторан, центральный. Вегетарианские блюда. Проводятся тематические вечера. Для детей есть 2 детские площадки. 2 детских бассейна с пресной водой. Детский мини-клуб 4.12. Детское питание и детские стульчики в ресторане. Пляжные полотенца, пляжный подзалог. Песчаный пляж в 500 метрах 7 минут ходьбы, песчаный. Вход в море удобный. Вторая береговая линия, проход на пляж по тропинке через хвойный лес. Зонтики за доплату. Лежаки за доплату. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.